Сегодня у нас понедельник. Привет. И у кошек осмотр. Белочка у нас начала есть. Все отлично. Даже сняли попону сегодня. Будем наблюдать. Белочка заселяется на ночь. Сегодня у нас в собачью переноску. Белка. Пыльная кошка. Покажем с тобой, что у нас там. Я-то еще не видела. Угу. Вот здесь шишка молочной железы. Иди, зайчик, заходи. Ну, шишка такая прям знатная. Нет, зайчик, не-не-не-не-не-не-не. Заходи в домик, заходи. Сейчас кушать будем, пить будем. Размещайся. Давай. Все, сейчас принесу тебе воды, еды. Верновцы, у нас сегодня интересный день. А у нас? Да, у вас тоже. У вас тоже, Ольга. Мы доехали до клиники, привезли сюда белку. Сюда же потом приехала кошка Сталашкина, беременная. Сейчас мы с ней едем на УЗИ. Сделали белке рентген. У нас по плану было выяснить, есть ли метастазы от этой опухоли. Сейчас посмотрим с вами рентген. Пока мы здесь были с белкой, с кошкой и Сталашкина, к нам приехали 3 крольчонка. А до этого еще приехала собака, которую Андрей Валентинович уже зашил. А еще собака едет в бесплатную ветсанчасть. В обход ветклиники мы ее уже обработаем в ветсанчасти, а с этой кошкой, получается, нам нужно УЗИ, а сегодня здесь УЗИ не делают. Осмотр. Белочка у нас начала есть, все отлично. Даже сняли попону сегодня, будем наблюдать. Я не буду это снимать, я сниму, как за этим наблюдает червь. Вот так. Только мяу было слышно. Мяу недовольна, но мяу лечится. На лечении редко кто бывает довольный. Ну, даже не плюется особо. Ну, нет, просто недовольна. Она просто лечится, да. У червячка у нас молоко, получается, да, прибыло, да, из-за того, что молоко. Беременна была. В общем, эти две красотки, я так понимаю, идут на улучшение. Ага. Ну, в всяком случае, по виду. Еще недельку можно будет их выписывать. А у этой кошки, опять взгляд, как будто она постоянно на регги таком. Такая. Видишь? На лайте. Кто ее знает? Как она жила раньше. Может, на заправке сейчас... кормили, но жизнь. Забрать не могли. Нет, там некому. Никому не отдам. Это Жужа. Жужа – это бывшая Матильда, которую Люба взяла на откорм. И вот, собственно, справился со своей задачей. Да. У Жужи у нас... мочекаменное, да, подозрение, ну, или есть? У нее песок в мочевом. Сейчас мы с почками все хорошо. Проузишим, посмотрим. Есть, да. Сидит на спецкорме. Значит, повезло Жужечке. Счастливая кошка. Здесь она была несчастная Матильда. Теперь она счастливая Жужа. Вот да. У Агаты у нас. Да. У Люси, помнишь, на шее такая. Не на шее, на щеке. А, да. Здрасте. Она спокойная. Ну, спокойно. Не ожидала от меня. Такого никто не ожидал. Люся, здравствуйте. Да, такая трахтивлища. Да, еще дренаж надо снять. Тебе все надо, Лилю. Хотел сказать гамаки. Только хотел про гамак сказать, что этим детям бы повесить, но там уже некуда. Понятно. Ты детям спишь в гамаке? Ты спишь в гамаке? Нет. Детям отдельные квартиры надо. Да. И, Леня. И вот этой кошке Агате тоже очень надо отдельную. Кошка. Очень нежнючая. Нежная, вообще. Да. Дай лапку. Красотка. Дай лапку. Что ты знаешь, что у нас в лесу волки какие-то? На нас на кабактане. Девочки. Да. Люся на кабактане. Люся, по-моему, на максициклине. Угу. Да. А максициклин. А максициклин. Что-то. Все-таки что-то твердое. Это надо брать стологию и смотреть, что это за дрянь такая.
Все сытые, что ли? Да. Все такие молчаливые такие. Все покормлены. Здравствуйте. Агаточка, Агаточка. У Агаты был сломан таз. Она лежит, отлеживается его. Сращивает. И, в общем-то, готова и в семье это продолжать делать, если что. Если кому-то она приглянулась. Отличная кошка. Симпапошка. Кошка просто. Очень мне нравится она. Мне тоже очень нравится. Ну, как она может не нравиться? И имя у нее классное. Итак, что мы здесь имеем? Пациент в наркозе. Делайте, что хотите. В узелок? Мне там даже завязывать не надо. Не надо завязывать, все понятно. Что нам надо? Думаете, взять? Забираете надо ее в столовую взять, посмотреть все-таки, что это такое. Гной убрали, но уплотнение это никуда не делось, оно меньше не становится, ткани очень ну, плотная. В сравнении с тем, как было меньше, оно стало знатно. Оно стало меньше вот за счет этим. Гноя, который из... Нет, вообще на антибиотики изначально меньше стало, после антибиотиков. То есть она была вот такая, мы стали колоть, она уменьшилась в два раза. И когда ты уже приехала, мы гной убирали, она уже была в два раза меньше. Поэтому непонятно. Нет, приезжаешь, не узнаешь. Забирайте. Не, мы пока не будем. Да, я думаю, что она пока у нас не еще посидит на амоксициллине. Колем до следующего приезда. А катазал? Ну, кушать хорошо, да? Очень хорошо. Ну, не надо тогда. А мог через день и все. Так. Что у нас тут ну, еще? Он там ну, мусюндр. Можно вечером уже будет никого. И все, и пойдем делать узел. Ну, сейчас блендина еще. Да. А, ну да, да, да. Какой блендин? Какой? Без глазы. А, красавчик. Ладно. Да. Приехал Барсик, его обнаружили на улице, у него вот тут на шее дырка, небольшая там уже, маленькая. Да, да, я не трогаю. И самое интересное, у него сшитая лапа была. И когда привезли, швы уже разошлись. И вот такая история у нас. Шить тут заново, наверное. Нет, тут просто промывать и закладывать, как всегда, наши вот любимые и... руксвети. Да. Оно там уже... А мы и стали эрексветином закладывать, да, поэтому перематывали. В общем, эрексветин, антибиотики, да, витамины. Все продолжаем, да? Да. Не вышили его, нет? Не знаете такого? И это ты молодец, что-то... Барсик. Коцаная тоже, что ли? Да, он еще странно как-то стоит. Барсик, молодец. Барсук, держись. Ты умничка. Да, ты красивый умничка. Уже почти вылечился, да, скажем? Да, это заживет. Бам. Так, как на собаке? Барсик. Обиделся. Чего он обиделся? Ты обиделся? Расстроился. Да ладно. Хороший мальчик. Добродушный. В общем, шить там бесполезно, как мы и думали, можно да? Можно было бы и подшить, конечно. Но он сейчас в хороших условиях, в чистоте. Поэтому да не в обиде. Уже. А? Да не в обиде, да? Сытый. В общем-то. Нет, просто если надо шить, давайте зашьем. Если не надо шить, то... Нет, это там кто-то активный. Кто-то ломится. О, боже мой. Иди ко мне. Ты такая веселая, а? Она... Ты чего такая веселая, а? Она Дарья, погуляла. Вот скажите, собака отказывается писать в бокс. Ну, как ее уговорить? Никак. Не умею злодька. Надо учить собаку плохому. Да? Да, ты молодец, никого не слушай. Да, 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 умничка. Она писать хочет, да? Нет, она гуляла. Гуляла, она гуляла. Просто хочет. Слушай, я не гладилась. На колоску она хочет. Да, она уже хочет. Да, мы поняли, мы поняли. Но повезем тебя на колхоз, когда выздоровеешь. Пожалуйста, хорошо. Посмотрите, пожалуйста, мне швы, и я принесу мне сегодня амоксициллин. Такой активный я еще не видела. Каждый раз все активнее и активнее становится. О, Саш! Ложись! Ложись, покажи! Ложись, покажись! Ложись, гусь! Ну, это достало, Маша.
Всего ничего, гусь осталось. Гусенька. Да, они просто пережили. Так, пока здесь осматривают гусь. Давайте посмотрим, что у нас здесь происходит. О, Ярочка, ты уже с другой стороны. Еще и это самое. Я поняла. Что, что, я просто кокольки твои отодвигаю. Сейчас уберем. А, клейму у Ярочки. Иди сюда. Иди сюда. Иди. А, чего. В общем, люди поузнавали. Нет такого клейма в базе. И, ну, не существует. Вымышленное клеймо, похоже. Да, зайка? Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда, иди сюда, общительная собака. Иди сюда. Сейчас врач придет, пожалуешься, тоже пожалуешься. Так, тут у нас Яра. Тут у нас Чернышечка. Вот так у нас происходит вот эти опилки. Вот мы любим спать в опилках. Вот, казалось бы, вот местечко было чистое, сухое. Нет, в опилках. Ну, кому что нравится. Зато Чернышка у нас сегодня стоит на четырех лапах. Да, зайчик? Привет. Привет. Привет, красота. Привет, красотка. И все, здесь уже подзаживает потихонечку. И становится намного лучше, кстати, чем было. Да. Лечение идет тебе на пользу? Ну и отлично. Что ты? Что ты? Да, иду. Я. А, ты тут? Да. Я собаку уже эту перешиту. У нее все отлично. Уже все хорошо. Она раньше вообще не вставала. Так что... Назад. Так. Вот так, молодец. Что насчет гуся, скажите? Положим ей шовчик, но на обратном пути. А, то есть, ну, просто... Просто шовчик один. Угу. Тут она жаловаться тебя хочет. Привет! Привет, мой хороший! Что ты умеешь? Привет! Привет, маленький! Такие они, да, вот? Да, надо поговорить сейчас с собачкой. Да. Привет! Надо привет, Волка. Покажи, как ты лапу поднимаешь. Поднимаешь лапу? Ого, говорит. Угу. А, это она на этого товарища Гуску делает. Не нервничайте, никто не убежает. Встает она? Ну да, да. Встает, ест стоя. Ну и все, ну и умничка. У нее клеймо вымышленное есть. А, вот это у нее да, было, да? Да, мы это посмотрели, оно вымышленное. Зверскими буквами выдето. Да, да, да. Волкан, волкан, волкан. Дай зайчику. Угу, спасибо. Так, что мы здесь? Только Катерину не посмотрели только, да? Кого? Катюша? Катюш. Катюш, ты не смотрела? Красотуш. Тирикю. Опять у тебя небольшой бардак. Ладно, пойду к девочкам сначала. Вам что-то помогать надо или вас устраивает? Так, я хожу туда-сюда. Можешь походить, да. Даша, держи ее, пожалуйста, я намажу. Гусь-то положить, оказывается. Тогда гуся! Ну, может, она гуля? Боже, боже. Представляешь, как хорошо эта собака во дворе смотрелась бы на лужайке? Она еще и охранница такая. Да, ей достаточно вот нахмуриться, чтобы все разбежались. Но при этом добрая же собака. Ты добрая собака? Добрая. Ты добрая собака. А мы ей сдали гистологию, да? Да. А и ждем три недели, да? Ну, две недели, да, как придет. Пока у нас еще под вопросом. Где-то еще того, да? Сейчас мы встанем. Гусенька. Гусь, вон да. Сколько ж тебе лет? Ух ты, боже. Кайфушечки. А, я пошла. Нет, нельзя. Борьба. Мамочке придет конец. А у нас пятнышки появились. Пятнышки на жопке не было ж пятнышек. Не было? Пятнышки на жопке, погляди.
Снегири-герои. Катю, не держись. Дарья, у нас был перелом в правом плече. То есть, если мы вот так стоим, значит, перелом сросся, правильно? Мышцы удерживают конечность. Сросся он там или нет, неизвестно. Ну, сначала вообще... Ай, поскакала, поскакала, молодец! Тихо, Катенька! Тихо, все. Тихо. Я думаю, что да, может, бинты, может быть, ограничивают. Встала, молодец, Катя! Так если придержать, наверное, встанет. Опа, все, девочка встала. Катюня, да, той ноги у тебя нет. Ничего, раз начала вставать, все заживет. Может, тогда не бинтовать ее? Может, тогда на улицу вообще, чтобы она... Ну, на улице, если сеном все Катерина! Катька! Завалить сеном. Это завалить, надо Дима Сергеевичу сказать, даже сеном завалить, да. И на улице прохладно. Холодно Надя уже становится. Да, Надя можно выносить. К Ваську нельзя, и Ваську ее может сбодать. Он меня пытался сбодать. Он всех бодает. Поэтому он пока не привык. Катя, держись, он той ножки. Ну, там провал, видишь, да, в суставе. Ну, ничего, это ничего. Это ничего, это ничего? Это ничего, ничего, потому что она встала, все. Самое главное, что она встала. Ну, он потом, что, нормально будет? Но я думаю, что у нее все-таки рахит должен быть. В закрытом помещении, без солнца. Рахит в любом случае. Мы даем молочко с витаминами и все дела. Да, и... да. Но, тем не менее, корма. Дикому животному нужно что? В первую очередь солнце, ребенку дикому. Вот. Поэтому задняя лапа стоит, видишь, так неправильно. Поэтому ее вот сейчас пока еще тепло днем. Можно на солнце выносить. Ну прям сена много-много-много, чтобы она, когда... падает, она будет падать, не билась своими больными лапками. Можно только если аистов убрать на птичий двор, а ее туда. Опа, молодец! Вот так вот. Молодец, молодец! Все, молодец, встала. Катюня, умничка. Она 2 минуты стояла, это ж супер. Больше. Опа, видали? Оп. Ты опять встала? Да. Молодец, Катенька, умничка. Ну что, пойдемте обсудим. Ой, девочка, ты моя крошка. Вот это все с сеном. Вот так вот, видали? Опа. Вот, молодец. Давай, 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 давай. Молодец, давай, шок. Ну, понравилось, ходи, что ли? Тихо. Маловато места, конечно. Да. Да, надо побольше места сейчас. Мы уже и подросли, на секундочку. Однако. Чего я слышу? Тихо. Да полежи, отдохни. Мы и так в восхищении все это умеем. Я сейчас буду убираться. Да, что здесь съешь? Кушаем, покажи это, да? На. Так что нам, оставлять бинты, мотать каждый день ее или снять с нее все бинты? Снять и посмотреть. Просто наверное, на улицу надо в бинтах ее отправлять. Да, да, потому что мухи. А здесь можно оставлять. Вот такие дела. У нас сегодня... антиблошиный день. К нам новые пациенты приезжают всегда с блошками, всегда с глистами, поэтому сегодня мы обрабатываем отблок. Мы взяли пакетик, сюда будем пустые складировать. Пипетки у нас уже в кармане у врача, и мы идем обрабатывать отблок всех. Врач целеустремленно уже побежал. Все.
Тихо. Как ёлки там? Лайки, моя собака. Тут обезвели. Все. Тебя сейчас кто-то накопает. Рыжик, стой. Лаки, веди себя прилично. Я тебя не так сделала. Так. Это я покапаю. Как ты поняла? Иди сюда. Иди на качок. Вы все? Да. Самое спокойное. Кто это? Да. И то скакал как черт. А, это самая неспокойная собака. Не самая. Подожди секундочку. Лайк, иди ко мне. Иди сюда. Вот весело. И все, ты успокоилась. Пойдемте дальше. Ладно, тебе. Так, нельзя. Лаки. Все. Та-да! Вот такое. В общем, некоторых активистов не получается без вкусняшек у нас капать. Потому что они не останавливаются. Рекс, тихо. Иди сюда. Все, тихо. Иди сюда. Все, стой. Молодец. Стой. Ай, хорошо. Да, сейчас. Все, ай, молодец. Все, иди сюда. Юленька у нас девочка большая. Юлечка. Я слышу одну цель. С Богом. Чем принесла? У меня сосиска есть. Одна? Две. Да, у меня есть сосиска. Нет, сосиска вот. Я в нее встала. Та-дам!
Так, Наташа. Натюш. Так. Тимон. Давай. Что, сосиску дадим? Привет, пандочка. Привет, зайка. Привет. Сосиски у нее. Ты хорошая собака. Нет? Да, Саша, да? Подожди, я к ней не пойду. Я пойду. Она меня зовут. Она больше тебя. Сколько ты весишь? 50. Вот она выглядит больше тебя. Пускай меня. Отходи. Ну? Я говорю, больше тебя. Шаблака. В камеру не влезает у меня. Вот так влезает. Красота же. Красота. На следующей неделе. Еще раз. Оперировай. Еще раз на следующей неделе. Мы хотели на этой. Ну давай на этой. Смотри, как хочешь. Сейчас скажу, сейчас. Ай, какая у меня бака. Белочка. Иди, где сосиски? Это как тебе сосиски дадут, да? Сосиски тебе дадут. Иди скорее. Финю!
Фенечка, ты голодный? Еще кусок. Фень. Скажешь, не кормит собака. Сегодня еще не было обеда. Это отдельная история. Это тоже вот таблетка, наверное. Надя, ты молодец. Мне собака тоже стала. Кушай, кушай. Но на тебя все равно косится. Вдруг у меня шприц. Артарин на тебя. А шприца-то и нету, но я могу отойти хорошо, чтобы не нервничать собаку. Ладно, уж забирай. Кухляк. Это кому? Кухляку? А после всех обработок, которые заняли ни много ни мало более 2,5 часов, мы отправились оперировать Дину и лечить пациентов. В том числе сегодня для Фенечки будет последний курс химиотерапии. И кстати, это видео снято несколько дней назад, а Фенечка после своего курса терапии отправилась домой, где уже живет на диване. Несколько недель назад к нам приехала Дина с огромной, ну, довольно большой проблемой, правда же? Конечно. Это выпавшее влагалище. Оно было большим. В общем, мы его уменьшили по рекомендации доктора, пили определенные лекарства. И Диночка сегодня готова к операции. Сейчас она засыпает, как куропаточка. И потом ее прооперируем. Операция это будет стерилизация. Ничего сверхъестественного, я думаю. Наверное, с какими-то определенными нюансами. Ну, у нас вот осталась проблема, но уже не такая большая. Сейчас Диночка уснет, наша лошадка, и будем оперироваться. Диночка прооперирована. Стерилизация прошла успешно. Теперь будем в попоне. Воротник также оденем. И вот на данный момент у нас вот так. Ничего здесь нету. Надеемся, никогда и не будет. Так что это покажет время, видимо, ну, да? Выпадет, не выпадет, но не должен, как говорится, да. Диночка. Дина. Устала. Конечно. Ладно, все, не пристаю. Сегодня можно поздравить Фенечку. Фенечка у нас прошла полный курс химиотерапии. Феня. Вышла, можно красавица. Сказать, из комы, да, в которой она находилась. Mm-hmm. Нервничает Фенечка. Сегодня Фенечка еще и от блох обработана. Но Фенечке сегодня вообще множество событий. В общем, мы выписаны. Готова к переезду в семью. И вот эта замечательная, веселая, активная собака, которая просто боится сидеть на столе в стеклянном. Но она очень нежная, общительная. Какая она? Она как куколка. Вот ее на кошечка. Ручки взял, как кошечка, только ласковая кошечка. Да. Взял на ручки и все, и она будет счастлива. А если присесть рядом с ней, то она сама на ручки залезает. Так что это очень диванная собачка. Очень ждет своих хозяев. Приезжайте, знакомьтесь с ней. Фенечка. Ниже колена. Замечательная собака. Ждет вас в приюте. В общем, приезжайте, знакомьтесь. Мы готовы к переезду. Да, зайка? Ну, такая нежнятина. Друзья-верновцы, дорогие наши единомышленники, все эти спасения, операции, пристройства, даже обработки от блох, возможно, благодаря вам. Вместе с вами мы спасаем животных и считаем, что спасение животных – наше общее дело, к которому приобщается все больше и больше людей, даже несмотря на определенные сложности с работой в интернете. В Ютубе нас теперь
крайне сложно найти и посмотреть. Многие уходят на другие платформы. Мы очень хотим сохранить наше дружное сообщество вернувцев и только развиваться, идти вперед и делать мир добрее. Чтобы не потерять нас, найдите нас в Одноклассниках, Дзене, Ютубе, где вам удобно. Набирайте «Верность ТВ», и там вы найдете нас. Больше всего информации всегда в Телеграме. Добавляйтесь, и будем делать этот мир немножечко светлее. Как говорится, с миру по нитке. Первая в России бесплатная ветсанчасть продолжает спасать. До новых встреч, для новых спасений. Спасибо вам большое, что вы с нами.